Здравствуйте, мои дорогие! Вот вышла на улицу передохнуть. Вот выпила на свежем воздухе кофе свой любимый. Пришла подышать. Так пахнет вот эта черная смородина. Она не чисто черная, она смородина с крыжовником, по-моему, она вот привитое какое-то растение. И да, такие длинненькие черные смородинки. Вот такой запах от этих цветов, прелесть. И сейчас пойду. У нас сегодня 3 число. И мы вот 3 числа обязательно после 5 вечера садимся за стол пасхальный. Так что к этому времени у меня уже должно быть все готово. Печеное все вчера испекли мы с дочкой. Сделала вот дрожжевое тесто и сделала вчера видео на канале, уже поместила, как у меня все получилось, и куличи, и гата, и косички. Дочка опять испекла бананы, они их очень любят, ну и быстро готовится, по-быстрому, чтобы было разнообразие. А остальные дела. Вот сегодня уже крашу яйца и готовлю всю остальную вкусноту. Постараюсь с вами все снять и поделиться, как мы готовимся к этому празднику. Ну вот у нас приготовление к Пасхе. У нас уже сегодня, вот после 5 часов, Пасха. И вот дочка, посмотрите, как аккуратно нарезала салат. Сейчас мы его будем мешать и заправлять вкусными специями и всякими соусами. Здесь уже покрашенные яйца. Здесь у нас рыбка, которую мы вместе с вами чистили. Вы видели, как я ее посолила. Сейчас это осталось мне ее украсить листьями салата, лимончиком. И красиво можно будет подавать на стол. Здесь у меня уже приготовлена зелень. Вот такая вкусная. Мы ее будем кушать с мацони, чесноком. И остался нам приготовить, остался рис со сладостями. Это очень-очень вкусно, и подавать мы будем очень красиво. Рецепт этого салата у меня уже есть на канале. Я оставлю ссылку под этим видео. И готовьте весенний витаминный салатик. Очень вкусный, а главное полезный. Вот, посмотрите, витаминчики. И вот еще один салат у меня здесь. Это вареная свекла, изюм, грецкие орехи, чернослив и вот чесночок обязательно. И вот майонез со сметаной. Сейчас все это как следует перемешаю, и будет очень такой вкусный, остро-сладкий салат.
Ну и вот главное блюдо у нас уже готовится. Вот это у нас рис. И вот это сладости к нему. Вот здесь у меня чернослив, сушеные абрикосы, изюм разный. И сейчас я это обжарю. И будет очень-очень вкусный. Покажу, как я это красиво подам. Ну и вот готов наш пасхальный стол. Вот это король блюд на сегодняшнем столе — плов. И вот это огонь. Христос воскрес, воистину воскрес!